Чтобы на людях было написано все так же, как на продуктах. А то бывает, в клубе возьмешь мужика, а на нем написано «брутальный мачо». И ты вся такая мечтательная. Приезжаешь к нему домой, а там его мама с борщом, пельменями, с тремя кошками. И ты это называешь «брутальный мачо». Или увозишь девушку из бара, а на ней написано «я натуральная». И ты такой: «окей, понял, беру как есть». Или на фото в Тиндере написано 5% жирности. И ты уверенно смахиваешь направо, потому что знаешь, что там реально 5% жирности, а не 150 килограмм. То ли дело ты, йогурт Верса. Я сочная и упругая. Реальный фудформ.